Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Как видите, у меня персонажи получили уровень, сейчас мы им будем поднимать. Так, алхимики, все у нас тут растут, кстати, что-то они все у меня тут грустные, а? Во, вроде бы оклемались. Также у нас, ребята, здесь броня крафтится на мага, легендарка, сейчас мы тоже посмотрим, что у нас там выйдет. Пока здесь все надо будет пособирать. Ну что, ребята, уровень 97 и 98. Вообще отлично. Ну что, еще два уровня. 2-3 уровня и все, ребята, они будут соточкой. Вернутся в основной состав и пойдут, по-моему, там у меня следующие охламоны. Вот этот пойдет повышаться и вот этот. Этот, по-моему, дольше всех будет. 93-й левел у него. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас здесь за броня скрафтилась. Оу, Верховный Повелитель, давайте заберем. Так, что у нас здесь, это награды, забираем. На этой неделе, ребята, я не пошел в портал, хоть многие и просили, но у меня были на это причины. Во-первых, ребята, сейчас, секунду, что у нас тут выпадет. Ничего, это все идет на разборку. Во-первых, ребята, мне не понравилось то, что нам там давали. Если я не ошибаюсь, у нас в данный момент там идут амулеты. Сейчас я проверю. Да, амулеты. Ну, как-то не особо мне хотелось вкладываться ради амулетов. А так просто пошел, ребята, и пофармил здесь сундучки синие. Кстати, здесь можно будет еще немножечко пофармить. Где сундуки-то? О, на 42-м уровне можно забрать сундук. На 50-м и на 57-м. Это вообще в легкую, даже 62-й тоже без проблем. 68-й. Мы с вами фармили обычно 70-й уровень. Ну, в принципе, довольно неплохо. И можно тут набрать сундучков. Так что, если у нас получится, может быть, даже сегодня попробуем. Так, что у нас тут? Ага, ребятам нужны. Так, давай дадим сталь. Димасу нужны деньги, дадим деньги. Ну, Майкл, я не могу тебе дать пока, к сожалению, яблоки, они мне самому нужны. Так, закрываем лавочку. Все, забираем. Так, ну и надо глянуть, что у нас, ребята, с броней там все-таки. Вот она. Сила магии. Так, при получении урона есть шанс 3-4% снизить магическую броню противника на 60%. Действует 10 секунд. Так, хорошо. Где у нас с вами маг сотого левла? Вот он. Так, и все, что ли? Да, ребята, больше у нас... А, нет, вот. Вот маг еще. Ну-ка, давай-ка сравним. Сравним броньку. Тут сила магии, а тут еще и магическая броня. Слушайте, ну, конечно, она лучше. Плюс у нас 4 слота. Тогда одеваем. Так, насколько там увеличилось, я не увидел, ребята. Сейчас, секунду. Так, 20... Ну, 282 тысячи, короче, мощей. Надеваем. Становится 308. Довольно неплохо на 200. Не на 200, а на 20 тысяч практически улучшилось. Ух, ладно, хорошо. Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами посмотрим, что у нас в этих синих сундучках. Так, это все у нас идет на разборку. Обязательно. Так, давай-ка здесь глянем. Давай, давай. Ничего, как говорится, страшного, что они не помещаются в инвентарь. Давай дальше. Блин, одна зелень падает, ты посмотри. Дайте синюху, пожалуйста, вот. На 47 уровне, ребят, я уже и забыл, что такие посохи-то были когда-то. Золотая сова. Да, раньше было за радость такой посох получить, поверьте мне. Вот такой вот амулетик. Тоже было за радость получить. Да, были времена. А сейчас эпик, подавай легу. Не ниже, как говорится. Так, ну что, мы все здесь собрали. Я вот не знаю, на арену можем? Нет, не можем сходить. Ну, можем в бухту с вами газануть. В бухту, в бухту, в бухту. Сейчас мы подумаем насчет бухты. Так, подарки.
Это я все сделаю потом, вне эфира. Так, что у нас по заклинаниям готовить? Ага, все у нас сделано, все у нас полно. Так, яблоки. Я думал, видите, копил яблоки, копил сундучки, что думал, на этих выходных мы с вами пофармим, но, к сожалению, ничего не вышло. Я про портал имею в виду. Так, два синих кристалла, один билетик мы сейчас только что выбили. Естественно, я его сюда, на арену. Давай, беги. Так, ну посмотрим, кто тут у нас. 1 700 000, 1 200 000, просто лям. Лям 300, почти лям 400 и лям 300. Ну ладно, может быть, здесь немножечко повоюем. Ну а пока давайте-ка мы начнем, наверное, поход сюда. Размещаем лучших. Также мы берем с вами магию, подтверждаем и идем в бой. Давай, побежали. Ох ты, уже время для выбора соперников началось. Так, тогда ускоряемся. Ну что такое-то, а? Так, давайте, резайте, наконец-то. Так, все, пойдем, ребята, наверное, с вами быстренько на арену сейчас сходим. Там выберем противника, быстренько с ним разберемся и вернемся опять сюда, в бухту. Так, кого нам прищучить, а? Ё-моё, два ляма тут. Лям 800. Два ляма 400. Недавно, ребята, видел тут игрока, у которого три ляма... 3 400, по-моему. Вы представляете? 3 ляма 400 тысяч мощей. Хренеть можно. Так, ну что мы тут будем? Сопли жевать или драться? Я не пойму. По-моему, сейчас у меня упадет вояка-то. Ага, упал. Ну, его рисанули, быренько. Хорошо, короче, здесь победа за нами. Все, нокаутировали. Возвращаемся домой и быстренько идем с вами опять в портал. Хотя смысл нет, успеем, наверное. Да, должны успеть хотя бы одну эту бойню еще провести. Погнали, по-быстренькому. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай, бомби. Так, отлично. Давай, резай, резай мне, блин. Фух, успели. А то бы сейчас бы еще вояки бы лишился. Было бы вообще круто. Так, ну что, мы здесь с вами прошли эту фазу. Выходим. Идем на турнир, как эти, как дурачки тут прыгать сейчас будем. Туда-сюда. Слушайте, я также и остался на этом месте. Так, подожди, здесь у нас победа. 1 700 000, даже прыгать не буду. Блин, придется вот таких вот маленьких мучить. Давай на ускорение. К сожалению, не помогло ему. Он отхиливался, резался, но безрезультатно. Главное, что мы это быстро прошли. У нас 2 минуты есть. Пошли опять, ребята, с вами в бухту. С бухты мы еще с вами не разобрались до конца. Так, погнали. Маленечко ускоримся. Давайте вот так вот сделаем. Ну все, пардончи. Завалили. Так, продолжаем. Так, добавим магию одну. Все. Давайте по Шурику. Да что такое? Так, подожди, вот здесь надо забрать награды. Отлично. Так, 1 минута еще у нас есть в запасе. Поэтому обязательно бежим в бухту. Побежали. Ускоримся маленько. Так, я буду здесь, наверное, вот так вот делать. Хоп. Здесь подбили. И этих мы успели разбомбить. Вот она, вся сила ледяночки. Главное вовремя ее заюзать. Не рекомендую, ребята, сразу же с самого начала ее ставить, потому что
Она заморозит, вы врага подобьете, но его успеть могут отхилить. Обязательно надо делать так, что когда очень мало здоровья у танков, у магов, только тогда юзать, чтобы вы смогли как можно больше нанести урона и добить врага. Так, ну что, 26 секунд, давайте мы подождем. И, блин, да какая бухта, я же жду турнир. Там особо-то, конечно, выбирать нам не приходится. 281 очко ПВПшное. 347, тут 329. Тут как тут он вообще 140 очков, и он здесь уже оказался. Я вот не понимаю этого лично. Так, выбор оппонента. Ну, давай, 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 давай. Быстрее. Так, кого нам... Может, вот этого попробовать? Или лупа? Давай вот этого вот. Была, не была. Если завалим, это хорошо. Если не завалим, это очень плохо. Так, ну что, пока одного уронили. Естественно, они будут резать их. Так, все. Танки упали и пошли уже на разборку маги. Отлично, здесь у нас хорошо, ребята, получилось. Плюс еще 170 очей. И опять же побежали в бухту. А так даже очень хорошо, ребята. По крайней мере, не надо думать, чего нам делать. То здесь, то в бухте. Все отлично, все хорошо. Побежали. Так, здесь у нас тоже довольно накаленная обстановочка. Да нет, не будем, я думаю, ничего пока добавлять. Здесь, я надеюсь, мы и так справимся. Смотрим за процессом. Держим на магии. Так, пора, ребята, пора. Ой-ой-ой, резайте быстрее, все, отлично. Вот примерно так надо, ребята, поступать, когда очень мало здоровья. Или когда вам нужно, чтобы вас подхилили или ресанули, тоже можно сделать заморозочку. Очень выручает. Так, добавляем магию. И продолжаем дальше бой. Ну, дальше шестой, наверное, позиции мы хрен с вами уйдем. Так, нечего резать. Ах ты, смотри, как хитро. У него скелетики были, ладно. Так, ну, естественно, у них тут артефакты. Это уже понятное дело. С артефактами, как говорится, не поспоришь. Так, порвали, порвали. И остался лишь лучник. Так, что это за... Там дубликат выходит постоянно из него. Хорошо. Монки Луфи побежден. И у нас следующий бой. Так, погодите секунду, ребята. Что у нас там с турниром? 16 секунд, ладно, давайте подождем. И потом продолжим. Хотел сегодня, ребята, сделать гайд по вару. Как он делается, для чего и с чем его едят. Но так как сейчас время позднее и никого уже нету, нет смысла, ребята, это делать. Потому что у меня в клане даже некоторые ребята не знают, как зарегистрироваться на кланваре. И вот это вот очень тяжело и проблематично все объяснять. Лучше, как говорится, один раз показать. Ну что же, заходим, выбираем, кто у нас здесь. Так, я опять здесь упал. Ну, естественно, упал, потому что, блин, никого. Ну что, мне остается вот только вот этого бомбить. Блин, когда же я дождусь того момента, когда у меня станет 2 миллиона мощей? Хотя бы. В идеале вообще бы, конечно, 2 500, 3. Я вообще был бы счастлив. Нет, ну конечно, если все заменить на легендарные шмотки, все кольца, все амулеты, то, соответственно, там у нас и вырастет и мощь, и все. А для этого нам придется еще, вот, например, здесь ни одной леги. А если воткнуть, ох, сразу. Тут колечко, сразу тоже где-то 5000-6000 в плюсе будет. Тут колечко, видите? Кстати, да, колечко что-то у меня. Тут тоже нифига. То есть еще нам крафтить, крафтить и создавать. Очень много. При этом потом еще надо будет это дело затачивать. Так что на ближайший годик, ребят, я знаю, чем себя занять. Ну, а мы с вами переходим обратно в бухту. Так, погнали. Добавим, да, обязательно добавим. И поехали в бой.
Если что, ребят, заморозку не забываем. Так, смотрим. Оу, тут как-то уж больно рьяно пошло дело. Придется тратить еще одну. Так, одного все-таки успели рисануть. Ну, все. Разбомбили, грубо говоря. Ну, мало очень здоровья. Ох ты, смотри-ка. Ну что, наверное, сразу рванем. Добавим магию. Подожди, я не понял, там уже что, в турнире опять началась бойня или мне показалось? Каспер пришел. Ожидайте следующей фазы. 15 секунд. Ладно, подождем 15 секунд. Это, в принципе, не так уже долго. Только кого выбирать-то, мне уже здесь некого, ребят. Я уже всех слабеньких разбомбил. И там уже, по-моему, самое минимальное — это 1 700 000. Ну-ка. Да. Вот, 1 700 000 здесь. Кинжальщики 2. Тоже есть амулет у этого охламона. Плюс подзаточенный чувак. Слушай, как-то странно, редкое оружие. Это что он такой? А, рез. Ну давай попробуем. Конечно, шансов мало против кинжальщиков, но вдруг как-нибудь нам повезет. Что-то как-то не фартово, ребята, идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Упал. Упал у меня вояка. Да давай ты уже, блин. Что так резво-то они как-то резаются? Вам так не показалось? А у меня не надо резать, да? Охренеть просто. У меня почему-то не резают. Нафиг. Вот лучника, я думаю, ребята, в этом турнире нужно убирать. Он здесь бесполезен. Просто-напросто. Здесь лучше поставить лишнего воина. От него будет толку, наверное, больше. Так, ладно, мы с турниром, короче, закончили. Надо заканчивать теперь нам с бухтой. Сейчас тоже дойдем до своего предела здесь. Может быть, даже вот здесь. Ух. Ну. Так, замораживаем. Резайте. Сейчас очередная будет заморозка. Как он там всей жизни-то восстанавливает? Я что-то не могу понять. Так. Еле-еле, ребята, мы тут справляемся. Кое-как. Да, видимо, здесь... Ну, не этот, а вот следующий бой будет точно последний. Тут кое-как мы с вами завалили. Гармошка. Гармошка. Ну, здесь ничего особенного нету, поэтому... Давайте добавим две оставшиеся магии и в бой. Так... О, как тяжело они пробиваются, ребята. Очень тяжело. Я даже не буду тратить. Бесполезно. Хотя хрен узнает. Давай попробуем. Блин, поздно нажал. Пробовать-то. Да. Ну, проиграли. В принципе, ничего удивительного здесь нету. Раш. Давай, добивай. Довольный, счастливый. Так, забираем награду. И посмотрим, что нам выпадет из сундучка. Где мой сундук? Покажи. Подожди, я же его еще не забрал. И турнир завершен. Что-то не могу понять. Здесь-то я вижу, забираем. Ну, неплохо, я считаю. 150 очков, хорошо. Так, где еще-то? А, вот. Открыть. Ну, елки ты палки. Да, слабовато. Я думал, хотя бы зелененькие дадут мне самоцвет. Не дали. Так, я не знаю, может быть, в портале пошоркаться. 35 уровень. Пока яблоки есть, можно, в принципе, да, посливать-то. На ускорении пройти. Хопа, валяется скелетик. Так, ну здесь все элементарно. Ну что тут, 35 уровень, ребята, против нас.
Детский лепет. Давай на двойном ускорении. Чё мы там еле-еле идем-то? Но готовы. Кто там у нас босс? Дракон костяной. Лучник там отгребал. Все, в принципе, никаких абсолютно проблем тут не было. 76 темных душ получили. Как много. Вот, ребят, я до сюда дошел, да? До 36 уровня я заработал 608 душ темных. Ну, это без умножения, без всего. То есть вы можете представить, сколько обычному человеку, который ни рублика сюда не вкладывает, нужно копить и проходить и мучиться. Ой, жесть. Ладно, поехали далее. На двойной скорости. Так, ну давай, давай, давай. Со скелетами разобрались. Орк упал. Так, тут у нас летучие мышки. Да, бомбят они не по-детски. Ну, если бы они были моего уровня, они бы меня уже давным-давно разобрали. А пока у нас тут 36 левел. О, паучиха. Все, погибло. Вот еще 80 темных душ. Все равно это очень мало, ребят. Очень мизерно мало. Так, давай, 37 у нас уровень. Блин, жалко, вот я еще раз говорю, что нельзя сразу это дело пропустить и подняться на свой, например, уровень, да? Если я, например, фармлю 70, сразу на 70 и там уже начинаю играть. Если я вдруг не справляюсь с этим 70 левелом, меня просто понижает вниз на пару там уровней. Но когда ты с первого по 70 поднимаешься, это жесть просто какая-то. Это так, ну, долго и нудно, блин, словами просто не передать. Падай ты уже. Так, отлично, еще 84. Там было 80 плюс. Короче, на 4 всего лишь повысилось. Хорошо, 38 левел. Жесть, сейчас усну, ребят. Честно говорю. Побежали. Големы. Так, некроманты. Кстати, мы можем еще с вами сходить в бухту, если я не ошибаюсь. Там, по-моему, за премиум-то два раза ходить можно. Но только уже нет у меня магии, ничего нету, все потрачено. Так, разбомбил. 88, да? Каждый уровень прибавляет по 4 темные души. Так, и вот у нас на 42 уровне будет еще один синий сундук. Так, яблочки забрали. Что у нас тут такое? Это тоже мы забираем. Слушай, а может быть нам вскрыть сундуки, посмотреть, что из них выпадет? Так, ну здесь-то понятно, здесь какой-нибудь хлам, как обычно. На разборку его. Следующий, что у нас тут? Тоже на разборку. Поехали дальше. На разборку. Дадут что-нибудь такое хорошенькое, нет? Колечко никчемное, 85 уровень. Еще одно такое же, только 83 уже. Так, это 83. Все белое, все нам ненужное. Так, это мы, пожалуй, оставим, потом глянем. Это на помойку. Амулет обычный тоже разбираем. С луком вообще разговор короткий. Ну, в общем, вы поняли, да? Все это летит на кристаллы. Кристаллы уже будем с вами расщеплять в пыль. Топорик никчемный тоже. Ну, давай, не томи. Так, да, я хочу разобрать. Еще спрашивают. И арбалет. Ух, так, и булава. Не, ну все-таки хорошо, что у меня скрафтилась легендарная магическая броня на 100 уровень. Я считаю, что это зашибись. Выше все равно ничего нету. Да, конечно, не на 5 слотов, но 4 это тоже хорошо. Блин, я уже устал вскрывать эти сундуки. И, кстати, нам нужно в броню-то
перенести все камни, которые у нас были доселе. А как я заработал себе на то, чтобы поставить легендарную броню, ребята? Я разбивал фиолу, у меня его очень много было. Пришлось эпик просто-напросто кромсать. Ну вот, 10 кристаллов себе заработал и, соответственно, поставил себе на крафт. Надо, конечно, делать еще оружие, но я боюсь, видите, если мы даже с вами поставим на ближний бой, да, я ведь не уверен, что нам именно скрафтятся ножи, ведь могут и мечи тоже. Причем я больше уверен, что у мечей больше шанса скрафтиться, чем у ножей. А даггерщики мне нужны. Когда у меня были эпические даггеры в свое время, ох, как мы веселились, я прям вспомню. Да там и видно, у меня в этих, в сериях все это записано, где-то там в середине, когда я менял состав, и вместо воинов я именно ассасинов держал. Там было, конечно, круто. Сейчас такой фокус не прокатит. Причем, я помню, так глупили раньше. Ну, ассасин, да, он должен бегать, естественно, в своей легкой броне. А мы раньше надевали тяж, и он бежал, да, я не спорю. Он держался как бы крепко, но эффективность крита, эффективность скорости терялась просто в разы. Поэтому, грубо говоря, никакого эффекта не было. Это был как обычный воин, но только вместо тяжелого оружия, типа там меча или булавы, у него были ножи. Блин, как вспомнишь. Ой, весело, конечно, весело было. Сейчас. Так, ох ты, ничего себе. Выпало мне 2764. Так, это мы разбираем. Так, а это откуда все эти сундуки-то, я уже не помню. Конечно, на разборку все это идет. Так, это мы, наверное, оставим пока. Колечко это разберем никчемное. Также и меч вот этот вот. Я вот не знаю, что мне интересно следующее поставить на крафт. Оу, синяя. На часовщика костюм. Довольно прикольный. 5,5%. Так, это нам не нужно. Что бы интересно крафтить? Может быть, оружие ближнего боя или посох? Можно, в принципе, и посох, но, опять же, выпадет какой-нибудь боевой, и мучайся потом с ним. Наверное, все-таки мы сделаем с вами на ближний бой что-нибудь. Так, сколько сундуков? Блин, они, по-моему, бесконечные. Ё-моё. Так, хорошо. Ну что, наверное, ребята, надо пойти маленечко отдохнуть капельку, а то что-то я припарился. Продолжим уже, наверное, завтра. Там как раз у нас, наверное, будет уже и вторжение. Мы с вами еще раз сходим в бухту. Серия будет более-менее подлиннее. Может быть, даже удастся еще один билетик получить. Я думаю, что вы не будете против, блин. Так, что же мне... Вот этого мага нужно одевать полностью. Ну, конечно, не этого. Этот у нас пойдет скоро вот сюда, в тренировочную. А вот этой мадамочке Ирине осталось всего 3 уровня. Посох у нас на 92-й. Ну, опять же, это у нас на урон. Лего, но на урон. Ни на рез, ни на хил. Ладно, ребятушки. Давайте увидимся чутка попозже. Так что не расходимся. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. Ну что, я вроде бы отдохнул, поспал неплохо, полон сил. И поэтому приступаем далее. Что мы с вами не завершили вчера, как говорится. Так, забираем здесь все. Все забрали, ага. Железо, настроение, древесину. Так, спасибо, ребята, за подарки, я вам уже отправил, и осталось только забрать. Но, наверное, сейчас не буду. Мы немножечко сходим с вами в портал, а там уже посмотрим. Естественно, в портал я пойду просто так, чтобы набить себе синие сундуки. Ни о каком фарме пока речи и быть не может, потому что я вам объяснял уже, что товар, который там выдается сегодня, а именно амулеты, они мне не нужны. Не хочу я ради них
там ползать. Так, давайте-ка мы с вами еще, наверное, сундуки да открываем, чтобы они мне, как говорится, глаза не мозолили. Так, отлично, вроде бы. Ну вот это что такое? Зеленка на 87 уровень. Ой, блин, 89-й. Ряса на мага. Да что такое-то, посмотри. Дайте синюху-то, пожалуйста, а? Что вы мне всю зелень-то подкидываете? Так, ладно, тут одни ресурсы. Здесь-то что? Тоже ресурсы, подождите, может быть у меня в клане кому-то нужны ресурсы? Нет, тут только деньги, и то это Алластору. Ладно, простительно, все понятно. Так, 437 у меня уже кристаллов. А что мы можем за эти кристаллы? Ну, явно сходить не получится, потому что там нужно 2000. Но если такими темпами копить, то через 2 недели можно даже, не вкладывая денег, просто взять и за свои кровные накопленные пойти. Ох, тут у нас, ребят, смотрите-ка. Сегодня есть вторжение. Так. А это что значит? Что мы с вами можем получить, естественно, билетик бесплатный. Давайте-ка по-быренькому на ускорении все это дело пробежим практически... Мгновение ока все это дело у нас произойдет. Плюс у нас сегодня еще две бухты. Я вот, честно говоря, ребят, не знаю, стоит ли вам это все показывать. Не стоит, нужно вам это, не нужно. По-моему, это уже, блин, в каждой серии у нас показывается. Многие ребята критикуют, говорят, что слишком много воды. В принципе, я с ними согласен. И в то же время вы пишете: давай побольше, давай подлиннее серии. Вы уж как-нибудь там определитесь. Я, как говорится, сужу и ценю потому, чем больше комментариев получаю в ту или другую сторону, к тому, как говорится, и прислушиваюсь, и делаю. Ладушки, давай-ка еще сделаем вторжение. О, и тут у нас их будет много. Соответственно, мы с вами получим еще кучу сундуков. Между прочим, да, эти кристаллы, которые мы с вами сегодня получим, можно будет спокойно отправлять на расщепление, чтобы получить там пыль для усиления самоцветов. Вот единственное, что с самоцветами, конечно, дела идут не ахти, потому что зеленых мало, а белые что-то мне как-то в последнее время перехотелось их затачивать. Я в них не вижу никакого толка. Единственный, конечно, вариант — это можно их обточить и объединить. Тогда будет из одного белого, например, из двух белых, одно зеленое. Но это, опять же, потом придется все это дело точить. В общем, как-то будем с вами пытаться выбивать зеленые. Про синие я пока вообще молчу. Хотя в проекте, ребята, у меня есть такая идейка: взять и нанять всех наемников, которые даются в бухте. Ну, я имею в виду ближники, дальники, которые за кристаллы. И попробовать именно ими пройти. Именно вот чисто отряд из наемных пройти бухту и посмотреть, получится это или нет. Ну, естественно, ребята, вы можете мне в этом помочь. Вы прекрасно знаете, что такое у нас добрый донат. Как говорится, по копеечке с каждого и нищему рубашка. А нищий в данный момент — это я. Так что, ребятушки, все только во благо пойдет. Ну что, осталось совсем немножечко. Чайная ложечка. Ну что там, кто там прибыл? Крыса, здорово, родная. Давненько я тебя не видел уже. У нас обычно в последнее время только голем посещает. Ну и тот, который по-быренькому отгребает и уходит. Кстати, сколько у нас в портале? Вы посмотрите, 31 миллион темных душ. Как-то я смотрю, ребята, не ахти, по-моему, здесь орудуют. Раньше к этому времени уже оставалось где-то лимонов 10. Лимонов 10, ну 15. Редко 20, а тут сейчас 30. Что-то не то. Хотя, в принципе, ребят, я могу понять. Сезон отпусков, лето. Многие в разъездах не играют. В принципе, лето вообще всегда такой период. Мало смотреть видосиков. В принципе, если бы у меня тоже был бы отпуск, поверьте мне, я бы уехал, естественно. Никаких видосиков бы я не снимал. Я просто отдыхал бы. Но, к сожалению, ребята, у меня только в солнечном Бре будет отпуск. И, естественно, я никуда не поеду. И буду также сидеть и снимать видосики. Единственное, что я не буду обременен каким-то там временем, что надо ложиться спать, идти на работу завтра и так далее и тому подобное. Буду свое удовольствие, как говорится, снимать. Ну что, осталось у нас тут всего лишь два орка. Я надеюсь, это последний у нас. Потом, естественно, мы с вами получим билетик. И я сразу же пойду на арену. Не знаю, посмотрим, кто у нас там
будет. Может быть, немножко повоюем. Если, конечно же, сильные, естественно, никакой бойни у нас не будет. Получим свои 100 очков, может быть, 150 максимум. И на этом, как говорится, успокоимся. Пока я не оденусь в Легу, никаких артефактов, ребята, у меня не будет. Потому что я элементарно их не заработаю. Так, ну что, все, упали. И смотрим, дает ли мне наш магистр кислый щей мне синий сундук. Да, ребята, дает. Спасибо ему большое. Я забираю все, что опять тут у нас накопилось. Ну-ка. Так, погоди, погоди. Вот он. Открываем, получаем, естественно, билетик отсюда. Ну давай ты, не томи, ё-моё. Вот эту ерунду разбиваем и начинаем с вами открывать вот эти вот обычные сундучки. Так, зелень пошла, это уже хорошо. Ну, здесь обычно ресурсы. Та же ерунда. Так, эту книжку, это у нас на алхимика. Мы оставим, пожалуй, пока. Зеленая все-таки. Так, на повара 36 уровень, фиг с ним, пускай лежит. В любой момент, ребята, нам их можно разобрать. Так, это у нас на казначея. Тоже пока оставим. Ресурсы. Смотри-ка, что-то зелень поперла. Почему синюха так не прет, а? Я, конечно, понимаю, что маленькие шансы, но, тем не менее, могли бы хотя бы через, там, 5 зеленых шмоток одну бы синюю всовывать. Я был бы не против. Так же, как среди, например, 5 белых шмоток одну зелень. Очень было бы справедливо. Так, ну что, ресурсы. Сундуков там с вами здесь, а, насобирали. Все это разбираем. И вот это тоже 88 уровень, да. А кому-то бы вот эти вот шмотки пошли бы за радость. 87, да, несмотря на то, что зелень. Раньше, в принципе, у нас так и было, ребят. Мы радовались любой шмотке, которая у нас выпадала. Мы ее одевали, ох, у нас там мощь росла. Если посмотреть старые видосики, вы бы видели, какой там был коэффициент мощей. Там просто непредсказуемые были мощи такие. Ну, игруха тогда еще, конечно же, дорабатывалась, все это делали, они очень много там исправляли. Но по сравнению с тем, что раньше было, и сейчас, это, конечно, небо и земля. Я это говорил, говорю и буду говорить, потому что, как бы, ностальгия по старым временам. По старым добрым временам, когда мы еще только качались, развивались, когда еще никакой арены не было в помине. Когда не было объединенного сервера, в принципе, который сделал здесь очень большой дисбаланс, вплоть до доната. Ну, это как... Русский народ играли в свое удовольствие без доната. Потом уже, когда европейские сервера и китайские, особенно китайские, когда открылись, когда они сюда наплывом пришли, первое, что они сделали, это начали донатить, а второе, естественно, они начали ломать игру. И ее сломали. Там, конечно, и головы полетели, но все равно за тот момент очень много воды утекло и очень много народу пострадало. Так, ну что, сундуки мы с вами вроде бы все открыли. У нас остались только лишь красные, в которых у нас яблоки по 45 тысяч. Это я оставляю на портал, на следующий. Я надеюсь, он будет лучше, чем сегодня. И пойдемте-ка сделаем заявочку на арену. Так, участвовать. Подтверждаем. Ой, блин, все, ладно. Хотя я могу вроде бы отказаться, да? Я просто думал, что лучщик мне, наверное, здесь и не нужен. Лучше взять, наверное, двух воинов. Хотя, ладно, фиг с ним. И пойдемте, наверное, с вами в бухту уже. Так, размещаем лучших. Также забираем полностью всю магию. И подтверждаем. Поехали в бой. Посмотрим, что мы с вами здесь сегодня заработаем. Хотел, ребята, я уже говорил вроде бы, да, вчера, что сделать гайд по кланвару, как, для чего и с чем его едят. Но кланвар открывать в сезон портала не вижу смысла, потому что вы прекрасно знаете, тут каждое яблочко на счету. А для того, чтобы открыть вар, нужно очень много яблок. Помимо того, что я трачу, так еще и ребята за то, что они участвуют. Так, ну что там у нас? Еще одного игрока не хватает, да? Ладно, подождем. А что мы так с вами медленно идем-то? Давайте на ускорение. Эй-эй-эй, хорош буянить, ребята. Ха, мне еще не хватало тут на втором раунде полечь. Не прокатит. Так, двигаемся. Я не пойму, там у нас что с ареной-то. А, все, уже, ребята, выбор идет. Давайте пойдем посмотрим, кто у нас там на выборе. Это можно сразу будет определить. Так, 1 700 000. Понятно, 1 500 000. 1 700 000. 1 800 000. И
пошло, как говорится, поехало. Ну, давайте начнем с маленьких. Мы с вами немножко упадем, а потом, кто будет выше нас стоять, будем побеждать. Естественно, там сразу будет получаться и больше очков, и, соответственно, больше шанса попасть в топик. Но, хотя здесь 1 700 000, 1 800 000 мощей у ребят, вряд ли мне какой-то там топик, я даже в тройку не войду. Буду где-то вот здесь, вот на втором ряду, это в лучшем случае. Короче, посмотрим. Забираем здесь все и продолжаем, ребята, в бухту. Потом я еще пойду в портал. Я вчера не допрошел, надо будет сегодня пройти. Да сколько смогу. Ну, смогу-то я, конечно, много. Единственное, что не знаю, стоит ли снимать. Слишком там все нудно и долго. Особенно, когда вчера, когда ты хотел спать и тебя рубило, так это вообще такая тягость. Тихо, тихо, не надо, не надо падать. Отлично. Замечательно все. Что там еще? 1 минута 6 секунд. У нас есть еще время, ребята. Добавим магии. Опа-на, опа-на. И, конечно же, в бой. Дальше восьмого, ребята, дальше восьмой фазы я не проходил. Без всяких там штучек-дрючек, закорючек. Хотелось бы вообще хоть раз полностью его пройти. Ну давай, давай, давай уже. Так, ты, главное, меня не падай. Держись. Ну, здесь разобрали, как видим. Так, не надо, только мне вот самое плохое, ребят, когда вот так остается мало хп, лучник или кто-нибудь тебя убивает, этот не успевает рисануть, и этого последнего врага убиваем. Соответственно, твой герой канет в лету, то есть в следующий бой у тебя будет без него. Так, что это здесь у нас такое? Рэй, привет, я все видео просмотрел на ютубе. Азис. Ага. Спасибо, родной. Я надеюсь, тебе понравилось. И мне очень приятно, что хоть кому-то это хоть как-то помогает. Особенно это было, ребята, раньше, когда игра только появлялась. В ней все было совсем по-другому абсолютно. И в ней тоже приходилось разбираться. Так, выбираем противника. В ней также приходилось разбираться. Но там, мне кажется, было немножко попроще и полегче, чем сейчас. Сейчас здесь, конечно, намудрено очень много. И вот насчет арены я еще раз повторю, ребята, ну, не нравится мне, что вот так вот они сделали, да. Если бы, предположим, у нас были бы мощи, ну, вы делаете там хотя бы, ну, плюс-минус 1000, если с артефактами, то вы ставьте ребят, у которых есть артефакты. Не надо всобачивать сюда тех, кстати, это же Азис, я же сейчас только что с ним разговаривал. Вот, не надо ставить, как бы, если у меня их нету, этих артефактов, и вы против меня ставите, у кого есть. Естественно, я здесь никак не выиграю, и, соответственно, я никогда их не заработаю себе. А вот он, противник, который меня побеждает, естественно, будет за счет этого обогащаться и все сладости жизни будет получать. А я, как, естественно, и не только я, а вообще многие, которые так проигрывают, будут где-то всегда в хвосте находиться. Ну что, ё-моё, что тут еще со связью? Какая-то фигня, потеря. Ну, зачем, зачем? Это надо было на финале вот так вот. Здесь хоп и оказаться. Но не сейчас, естественно, ребята. Короче, я тебя начался. Да, я понял, Азис. Ты уж извини, конечно, что я тебя сейчас победил. Я когда начал, у тебя был 55 уровень. Ага, да. Я, кстати, еще раз повторю, ребята. Мне хотелось бы, чтобы они подняли немножко планку по уровню. Ну, конечно же, для этого нужно нам сразу делать сюжетную линию, да? Что мы с вами проходили. Естественно, там были сильные монстры. Как вот у нас изначально все это было, да? Мы маленькие, чтобы нам повелителя бездны завалить, нам нужно было развиваться, качаться, одеваться. Вот, так что, как бы, очень сильно жду. Игра, как бы, получила бы вторую жизнь, и мы бы с вами спокойненько занимались бы своими делами. Не надо было постоянно бы тут фармить, все это лазить. Ну, я думаю, что портал, наверное, бы остался. И еще раз повторю, очень сильно хочется, чтобы появился магазин, где можно было бы осколки не только, извините меня, в пыль превращать, но и обменный пункт, где бы я мог, например, 10 белых обменять на 1 зеленый, так же как и 10 зеленых на 1 синий и 10 синих на 1 эпический кристалл. Было бы очень хорошо, я думаю. Почему они до сих пор этого не делают, не знаю. Было бы замечательно. Так, ну что, выбираем опять соперничек с вами. И давай.
Нет, здесь без шансов. Здесь тоже, наверное, без шансов, ребята. Здесь практически на равных. Практически. Угу. Осер. Ну, давай вот здесь вот. Как-то странно, они сейчас так все коротко стали делать, да, себе номер один, номер два, номер три. То бишь, не заморачиваются с никнеймами, с названием своих героев, персонажей. Так, что есть, то и есть. Воу-воу-воу, вставай. Так, отлично. Ну, здесь-то, в принципе, Златко Фу. А почему Златко Фу, интересно? Может быть, хотел Ру написать? Ну, ладно, неважно. Так, что здесь у нас опять? Так, как канал на Ютубе называется? В плане, как канал на Ютубе называется? Мой, что ли, называется? Мой называется по-разному, ребята. Он уже, наверное, раз пять менял название. Ну, на данный момент он называется Ray Gameplay. До этого он назывался WinRay, потом RayPlay. Ну, и в данный момент вот так вот. Кстати, я, наверное, скоро хочу кинуть на Ютубе голосование за лучшее название канала, чтобы вы мне посоветовали, какие, может быть, мне новенькие названия пришлете, напишите. И если есть такие ребята, которые умеют делать красивые баннеры для моего канала, вы прекрасно знаете, в какие игры я играю, может быть, кто-то из вас имеет вот такую возможность, или у кого-то есть такой талант, он делает классные баннеры для каналов и мог бы мне бесплатно сделать, я бы был бы очень рад. Я бы этот канал поставил бы, точнее, баннеры бы, и написал бы, от кого он. Так, тот только за алмазы начал догонять тебя. Ну, естественно, Азис. Как же без алмазов? Только с алмазами и можно здесь что-то сделать, вырулить. Без них, конечно, тоже можно, но это будет все очень и очень долго. Так, ну что, 24 секунды мы сейчас с вами подождем. Конечно, не хотелось бы мне эту серию затягивать на полтора часа, хотя я могу, ребят, могу сидеть тут с вами, болтать. Если бы у меня был бы стрим, сейчас бы мы бы тут вообще бы с вами на 2-3 часа зависли бы и просто общались бы. По душам придется пообщаться, я, как говорится, сам не свой. Ну что ж, давай, там 3 секунды, 4, ну что опять, что ты опять там? Так, просто название игры и увидишь. Ну, в принципе, да, можно и так сказать. Набираешь Hustle Castle в Ютубе, и я думаю, тебе сразу выкинет на меня. Ну что же, давайте, это у нас последняя фаза или нет? Или еще там будет бой? Ну, неважно, короче, все равно будем здесь с вами воевать. Давайте здесь мы ускоримся, здесь вообще никаких проблем не будет на двойном ускорении. Да, все, упали. Как я всегда говорил, ребята, никакой личной неприязни у меня нету. Если я даже кого-то там побеждаю или нападаю, то абсолютно только из-за того, что это нужно сделать. А нет такой, знаете, как вот он мне враг, и везде, где он его только не увидит, он начинает его преследовать и домогаться. Нет, ребята, абсолютно не так. Вы все для меня классные ребята, все хорошие. Есть, конечно, всякие, которые и критикуют игру, есть, которые и одобряют. Естественно, лучше всего получать, когда тебе хвалят и, как говорится, радуются, что ты снимаешь, там, стараешься. Ну и, конечно, очень неприятно, когда тебя ругают. Нет, есть критика, конечно, ребята, которая помогает, наоборот. Где-то тебе подсказывают, что-то здесь ты не так делаешь. Но это же можно сделать в нормальной форме, согласись, без матов, без всего. Мы же, как бы, культурное общество. Зачем нам ругаться и высказывать свои эмоции и направлениями в такой грубой форме? Ни к чему хорошему это не приводит. Ты просто читаешь, игнорируешь это все или удаляешь коммент. То есть, смысл? Ни тебе не хорошо и не мне. Так, ну что? Ага, это все они между собой пообщались. Ну ладно, ребята. Здесь у нас вроде бы все, да? Турнир тут заканчивается. Давайте мы с вами дальше будем продолжать нашу бухту в бой. По-моему, я здесь сейчас упаду. Почему-то мне так кажется. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Эй, не пойдет так дело. Давайте резайте быстрее. А сколько у меня резальщиков-то, кстати, в команде? 2 или 1? Я вот что-то, кстати, не посмотрел. По-моему, 1 или 2. Я знаю, что хилка у меня точно есть. Это вот она. Так, здесь у нас что? А где вот этот костюмчик он такой взял? И, кстати, где вообще брать эти костюмы? Я, ребят, сколько пробовал, смотрел, что-то я так не нашел. Хотя, в принципе, мне, наверное, это и не обязательно уже. Вырос я уже из этого, чтобы надевать там какие-то вот эти вот костюмчики Шрума или там
повелителя бездны. Без них нормально справляюсь. Ну давай, 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 падай. Так, один маг упал. А нет, ребята, еще одна фаза. Черт, я успею? Нет, да я должен успеть. Так, давайте, давайте, резайте. Так, подожди, подожди. Вот, нет, успел нарисовать его. Ух, так, надо срочно бежать. И смотрите, опять у нас очередной какой-то кореец или китаец. Я не знаю, кто они такие. Прижились-то, а? Вот как клопы присосались к нашему серваку, к нашей игре. Ладно, давайте сходим. Ну, как я вам и говорил, я, наверное, вот в этой вот позиции так и останусь. Квивс, Квивс, это не то. Осер. Может быть, с ним попробовать? Я не знаю. Так, посмотрим, что у него. Угу, артефакт уже есть, я вижу. Ну вот ребята тоже, кстати, вот смотрите, выступают у них не у всех лего. Ну, у них есть ножи, блин. У меня нет ножей, даже эпических. Меня это немножко расстраивает, прям я не могу. Прям за живое берет. Я так себе хочу дагерщиков, причем уже очень-очень давно. И нифигащики, мне выпадает только лишь мечи. Ну, а вы прекрасно понимаете, что меч в разы проигрывает кинжалом. Да, сейчас упадет, упадет, и они начнут, да, и они начнут кромсать моих магов. Ай, ну, может быть, как-нибудь-то пробьемся. Да, ребят, пробились. Как-то чудом просто у нас умудрилось это все дело получиться. Но, тем не менее, я рад. Я остаюсь все равно на той же своей старой позиции. И, соответственно, мои 150 очков, честно заработанные, будут у меня. Так, 5 дней, 1 левел. Да, 5 дней, 1 левел. А что же делать? Очень долго тренировка идет после 90 уровня, естественно. Так, Азис за алмазы укорял. И с 70-го прыгнул на 100-й. Да, я ж представляю, сколько ты потратил денег на это все. Жесть, если бы, конечно, мне бы тоже ребята бы делали бы взносы добровольные, и я бы тоже мог бы, наверное, бы прыгнуть бы и рулить, и разбивать. Ну, здесь очень тяжело. На все игры мне, ребята, просто никак мне не разорваться. И там, и тут заплати, и... там что-то подкупи. И здесь, ну, сами представляете, 1500 нужно только за раз здесь заплатить, чтобы сходить один раз в портал. Это причем, если у тебя есть здесь очень много вот этих вот сундуков красных, если у тебя есть такие вот яблочки, иначе придется идти в магазин. Это я, ребята, объясняю тем, кто спрашивает, можно ли играть без доната. Да, можно, но очень и очень долго и нудно. И вот яблоки, вы посмотрите, вот 130 алмазов нужно, чтобы мне, например, заполнить полностью, чтобы их было 500, да, или сколько, 600. Вот, 130. Это офигеть можно просто. А вы сами прекрасно знаете цены на эти алмазы. Мне вообще кажется, что у нас ценник такой же, как и для Европы стоит. А по большому счету нужно было как-то уравнивать, потому что у нас страна не настолько развита, чтобы мы могли платить такие суммы большие, которые они требуют. Хотя они прекрасно знают, мы же в одном котле варимся, что мы, что они все русские. Так что могли бы для нас сделать какую-то небольшую скидочку. Так, ну что, забираем нашу награду. Спасибо. Так, я покупать ничего не буду. И смотрим. Да тут 150 очков, ребята, тут уже все наперед известно. Да, и 19 тысяч я буду до скончания, наверное, веков копить себе на артефакт. Могли бы хотя бы хоть маленький шанс сделать того, что если бы, например, мы зарабатываем сундучок, вот этот вот, с него хотя бы можно было бы достать артефакт. Но нет, с него всякая параша будет падать. Но никаких артефактов тебе не выпадет. Можно даже об этом и не мечтать. Так, мы с вами на бухте остановились. Не будем, как говорится, отходить от нашей темы. Ну что, я думаю, что вот этого вот попробуем еще запинать. И, в принципе, я буду уже доволен. Хотя, в итоге бы куда-нибудь вот до сюда дойти, да? Сколько тут мощей? Почти 2,5 миллиона мощей. Одуреть! Смотрим. Офигеть, да? Жесть какая-то. У него тут уже, я так понимаю, ага, эпические даже воткнуты. Да, это у нас... Так, ну я вам говорил, ребята, я видел персонажа, у которого 3,5 миллиона мощей. Я вот представляю, как он там рвет всех. Даже не хочу представлять, если честно.
Это просто начало боя. Там один боец или лука, наверное, стреляет по тебе, и все, ты уже там распластался. Весь твой отряд упал. Так, надо заморозочку делать, потому что тут как-то нефть идет у нас. Не надо тут никого резать. Падайте уже, отдыхайте, все. Наслаждайтесь жизнью. Так, хини. Хини, ну ладно, пускай будет хини. Ладно, здесь мы прошли, и, наверное, вот это уже будет у нас последнее, да? Хотя нет, не сказал бы, что будет последнее. Погнали, добавляем опять же магию. Чик, и в бой. Может быть, справимся, а может быть и нет. Мощи у нас практически одинаковые. У меня есть небольшое преимущество в плане того, что у меня есть вот такая вот магия, заморозка. Она меня очень сильно выручает. Очень сильно, ребят. Ну, вы сами прекрасно видите, что происходит, когда мы бросаем заморозочку. Ой-ой-ой-ой, а вот здесь было плохо, ребята. Нет, выкрутились. Выкрутились у меня бойцы, но... Ай-яй-яй, лучше, когда будет, то интересно, нет? Понятно. Вот у нас ряды и поредели. Нас осталось только трое, и, естественно, здесь уже навряд ли у нас... 1 819 000. Нет, я буду забирать награду. Нету смысла там воевать. Отлично. Ну, ерунда все, ребята. Скоро подрастем. Тоже будут у нас миллионы мощей там с лишним. Так, хорошо. И опять же белый у нас, ребят, самоцвет. Нервирует меня это все. Так, яблок мало. Забираем, ребята, ваши подарки. И сразу... Да, очень много яблок получили. Что же, ну, мы можем еще сходить, конечно, в бесплатный. Но я хочу, ребята, наверное, в портал. Будем здесь на ускорении. До какого там уровня я поднимусь? Я даже не знаю. Просто хочется уже синие сундучки пооткрывать, получить с них синюху. Ну и синюху уже поставить на фиол, на крафт. Но пока у меня всего лишь два синих самоцвета. Ё-моё, как мне утомило, ребята, вот это вот синюху фиолетовый, фиолетовый потом разбирать на кристаллы, потом крафтить. Хочется уже сразу получить. И вот этого я не понимаю, ребята, вот этого босса, почему, когда мы к нему приходим, он уже сразу находится в стане. Голова у него кружится, и он ничего не делает, сразу получает люлей. В чем смысл вот этого босса ватного? Специально просто как проходящий, что ли? Для слабеньких игроков, если только в этом плане. Ну что ты, мимик, бежишь. Тырить-тырить, упал. Отлично, так, давай ускоряться, чем мы тут с вами ползем, как черепахи. Нам нужно все это быстро допройти. Так, давай, тут два голема. Ледяных два орка что-то пыхтели. Ага. Тын-тырин-тырин. Разобрали, ну и кто тут у нас босс? Ага, опять же дракон костяной. Никаких шансов у него абсолютно здесь нету. Уровень 40-й. 96 темных душ. Это, ребята, у нас без умножения, без всего. Так, дайте-ка я сейчас соберу здесь все дела, голем. Так-так-так-так. И больше ничегошеньки нету, да? Да, к сожалению, больше ничего. Что-то я тут потерялся уже, запутался весь. Давайте-ка посмотрим. Ну, здесь... Как всегда, ничего, это на разборку. Кстати, сколько у нас с вами кристаллов? Давайте-ка посмотрим. Так, 20 зеленых. Ага. И, ну, в принципе, можно, ребята, их бросить всех в пыль. У нас, кстати, пыли 6352 обычной, что тоже очень мало. Так, самоцветы. Давай, переработка осколков. Использовать сколько дадут? 500, мало. Использовать сколько? 1110. Давай, в переработку все это нафиг, оно мне не нужно. Так, яблоки забираем и опять же бежим с вами. Так, ну что, вот у нас 41 уровень. Естественно, в бой. На 42 у нас будет доступен сундучок. Мы его, естественно, сразу откроем. Посмотрим, я надеюсь, выпадет какая-нибудь синька. И, конечно же, хотелось бы мне, ребята, побить мой рекорд в портале. А там что побить? Я на 78-м, да, остановился. А у нас, по-моему, 80-й, самый последний. Но, как я посмотрел, там у нас одни босяры будут. Я даже не представляю, как мы там будем
драться. То есть это каждая волна получается по боссу. Во 100. 100 темных душ уже мы получаем с вами на каком? На 41 уровне, да? Понятно. Так, давай посмотрим, сколько на 42 у нас будет выпадать. Ну, я думаю, так 105. По-моему, по пятерочке прибавляется. Сейчас проверим. И сделаем соответствующие с вами выводы. Так, давай, давай, здесь колбасим. Давай, быстренько, по-быренькому, не будем тут что-то разбирать, размусоливать. Нам сейчас нужно понять, сколько нам дают за каждый уровень портала. Я думаю, что 5. Вчера мы вроде бы с вами сравнили по пятерочке там. Ну-ка, 100 было, да? И... А, по 4 даже. Понятно. В общем, по 4 прибавляется с каждым уровнем. Так, ну что же, давайте с вами посмотрим, что у нас там выпадет. Да, я хочу открыть. Да, зелень. К сожалению, зелень. Даже не синюха, ребята. Так, и сколько я за это время набил? 1252, ребята. Темные души. Чтобы нам приобрести с вами, предположим, фиолетовый один осколок, нужно 7500. Теперь делайте выводы, сколько нужно здесь фармить. Ну, естественно, мы, например, дойдем с вами, грубо говоря, даже до 70 уровня, где мы, может быть, будем получать где-то 130-140 темных душ. Теперь давайте считать, да? Если я буду 10 боев, я буду получать где-то 1700, грубо говоря, темных душ. Мне нужно 7000. Это же жесть. Это нужно будет все яблоки слить. Этого еще не хватит, чтобы я хотя бы на один осколочек накопил. Ужас. И это при том, что нужно еще до туда добраться. Да, 108. Ну, так получается, 108. Так, следующий у нас будет на 50 уровне. Ну что, давайте, наверное, мы с вами уже начнем на 50 уровне. Ну что же, ребята, вот мы и добрались с вами до 50 уровня. Давайте посмотрим. Понятное дело, что мы сундучок с вами заберем, но я хочу посмотреть, сколько мы уже будем на этом этапе получать темных душ. Так, погнали. Этих сосунков мы разбираем. Кстати, да, насчет, ребята, вот многие пишут, почему ты не стримишь и... Нет, ребята, дело здесь совсем в другом. Я бы и рад был бы постримить, но как бы вам так попроще объяснить. В общем так, вы знаете, что я живу, у меня есть 3 детей, есть жена, и каждый у нас человек пользуется так или иначе интернетом. Девчонки там, например, мобильным интернетом, сын у меня сидит за компьютером, жена у меня тоже за компьютером или в мобильнике. То есть у меня интернет-поток, который мне дан, делится на 5, на всех практически. И не хватает мне стримить в плане того, что у меня идет офигенная задержка, пропадает связь периодически. И это очень сильно начинает напрягать. Вы представляете, что такое будет, ребята, в 5 минут с задержкой в чате? Вы, например, мне задаете вопрос в какой-то игре, да? Я уже хрен знает куда ушел и только вижу, что вы мне этот вопрос задали. Согласитесь, это глупо. А чтобы подключить вторую, как бы отдельную, независимую, ну, это нужно, ребята, дополнительные финансы. Этого я себе позволить уж точно пока не могу. Это придется мне вкладываться, ну, это очень и очень проблематично. А так бы, конечно, с удовольствием бы можно было бы постримить по определенным дням. Тем более у меня скользящий график работы. Уж как-нибудь выбрали бы с вами время. Никаких проблем не вижу. Сидеть можно с компьютером. У меня тут 2 ноутбука, так что как бы никаких в этом проблем нет, в принципе. Это как бы вкратце, ребята, ответил вам на вопрос, почему мы не стримим с вами. Так, погнали дальше. Ну что, у нас с вами следующая миссия. Сейчас быстренько здесь разберем. Кстати, я что-то заговорился, даже не успел посмотреть, сколько мы получили с вами темных душ. Совсем где-то туда, в астрал провалился, ё-моё. Мечтатель, блин. Сейчас, хорошо, сейчас увидим. У нас уровень 51. Мы оттуда сразу вычтем 4 темные души, и нам будет известен итог. Эй, хорош, дракончик, успокойся, пожалуйста. Расколбасили моментально.
Так, 160, да? Значит, там получается где-то 156. Ну, это очень ничтожно мало, ребят. Вообще, просто без умножения здесь даже делать нечего. Так, а следующий у нас сундук будет на 57 уровне. Так что, ребят, давайте мы, наверное, оттуда и начнем уже с вами. Ну что же, ребята, и вот она, очередная наша дилемма. У меня закончились яблоки. Я остановился на 54 уровне. То есть мне еще нужно 3 левела пройти, чтобы попасть на 57. И яблок у меня уже нету. Накопил я за это время 2772 темные души. Вы можете представить, да? И яблок уже нету. Соответственно, это нужно либо их покупать, либо ждать время, чтобы они у тебя накопились. Но поверьте мне, слишком много вы не получите. Вот и все. В принципе, это и объясняет, в чем дело здесь доната. Просто принужденно тебе нужно покупать яблоки или где-то их выклянчивать, чтобы хоть как-то еще немножечко продвинуться вперед. Ну, честно говоря, я не буду, ребята, сейчас тратить вот эти вот сундуки, потому что у нас все равно показательное сегодня было. Вот когда мы пойдем с вами в реально портал фармить, там, да, там уже будет совсем другой разговор. А пока вот так вот, это вкратце. Ну, что тут у нас? Ну, ты посмотри, одну зелень дают, а? Вы специально, что ли? Вы издеваетесь надо мной, а? Хотя я уже, ребят, наверное, смирился с этим. Чего тут удивляться? Так, ну что же мы еще можем с вами сегодня сделать? Кто мне подскажет? Опять идти в бухту самоцветов? Нет, ребята, у меня есть другая идейка. Я только что кое-что вспомнил. У меня же вышла новая броня вчера, помните, да? И давайте-ка мы ее глянем. Так, на сотый уровень она у меня была. Вот она, по-моему, да. И я хочу в нее, естественно... Эй! Так, подожди, вот так использовать. Хочу в нее вставить самоцветы. Так, где? Покажите, что у меня есть в данный момент из доступного. Это что у нас такое? Эй, подожди. Так, это у нас, по-моему, магическая защита, да, если я не ошибаюсь. Информация. А, магическая броня. Ну, так оно и есть. Хорошо, а мне нужно... Это у нас крит. А это вот в какой броне у нас стоит? Жезл. Сила тьмы. У Любомира. Так, жезл. Сила тьмы у Любомира. Это где у нас Любомир? Так, это Спокибро Любомир. Вот он. У него стоит на сила магии. Ну, в принципе, да. А в броню-то что воткнуть можно? Магическую защиту? Как вариант, можно, в принципе, это сделать. Хорошо, давайте сделаем. Но, опять же, нужно, наверное, заточить. Так, давай-ка, улучшение самоцветов. Так, где он у нас? Тут один, одинокий. Вот он, да? Давай-ка его использовать его. Ну и предположим, сколько ты у меня возьмешь? Ё-моё, да ладно, не может такого быть. Ну-ка, а так если... Подожди, мне говорили немножко по-другому сделать. Говорили, что надо начинать с самых продвинутых. Так, давай вот так вот сделаем. 105. Чё-то я немножко не догоняю. Всего лишь 4 из 10. Ну-ка, а так... Ну да, ребят, вы представляете, да? Это только лишь в зелье. А вы представляете, качать эпический или легендарный самоцвет? Жесть, конечно же. Хорошо. Мы сделали на магическую защиту. Естественно, мы его сразу будем вставлять. Так, где у меня броня? А, вот она. Иди сюда. И будем уже этот самоцветик туда присобачивать. Вот так вот. Конечно, это магическая защита. Ну, лучше, конечно, физическая была бы, мне кажется, потому что... Хотя маг ватный сам по себе, и чего он может там сопротивляться физ-атаке? Этого никогда не было и никогда не будет. Ну вот, ребята, в принципе, как бы и все на сегодня. Вар открывать смысла пока нету. Я вам уже говорил, почему. Все ребята сейчас у нас фармят портал. А точнее всего 3 человека из 33. И очень редко. Я даже, ребята, если честно говоря, не помню, чтобы в онлайне
когда я захожу, было бы хотя бы 10 человек одновременно. Нету такого. И это очень обидно. Да. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Так сказать, мы сегодня пообщались, пообсуждали кое-что. Ну и, соответственно, увидимся уже с вами через определенное время, а точнее через 4 дня, даже можно сказать через 5 дней, и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых встреч, ребята.